Добрый день! Сегодня мы вскроем фильтр с вами оригинальный Delphi Sport Mondeo 2.0 TDCi HDF924, там стерлось просто 924 Delphi оригинал 100%. Прошел он порядка 30 с копейками тысяч километров. Его регламент оригинала ну, у нас на сервисах 60 тысяч или раз в 3 года. Ну, мы меняем раз в 30 тысяч, если оригинал. Вот этот фильтр прошел оригинальный 30 с копейками тысяч. Майле прошел... кстати, Delphi, он двухмикронный. Вот. И... Есть Майле, вот такой Майле. Не Майле, а Майле. Майле, китайозер, походу, вот, 18 года, оно прошло недолго, но тут что-то есть в виде клапана, но стрёмно. Я сомневаюсь, что он двухмикронный. Кстати, нюанс, вот видите, тут вот такие неострые стрелочки. Это еще раз подтверждает, что это китайозер. Вот это вот, видите, вот тут даже вот стрелочки такие идеально остренькие. Это еще раз подтверждает, что это оригинал. То есть одно из таких утверждений, да? Значит, коробка от Delphi. В 2018 в конце уже пошли в таких коробках. Вот его оригинальный номер, кому нужно. Это оригинальный его номер. Итак, вскрываем. Дальше потом запишем. Итак, вскрыли фильтр Delphi. Ну, сразу скажу, что видно по самому вот этому элементу, который фильтрует. Он грязноватый, конечно, уже после 30 с копейками тысяч. Но он видно, как вата такая на нем. То есть ясно, что он двухмикронный. Вот, здесь снизу важно, что здесь написано Delphi. Delphi. Такое встречал, кстати, я при вскрытии Mana. Тоже там Delphi-овский элемент стоит. Вот. Крышечка Delphi внутри. Относительно чисто, стружки нету, слава богу. Вот, и сам материал, я хочу сказать, что, ну, крепенький. Вот. И обратите внимание, что вот подача, видите, вот стрелка на меня идет, стрелка, вот это вот от, не вы, а от, она здесь только на одну. То есть то, что подается, вот на фильтр идет, оно сразу через фильтрующий элемент идет. А здесь стоит шарик. То есть так просто не прольется оно на, ну, то есть нельзя пролить солярку. Это не связано подача с подачей с бакой и обраткой. То есть это отдельное, после отфильтрованного, после вот этого элемента, мощного такого, да, то есть, видите, как у нас тут не такое, как вата такая, вот. Вот только после него, не сильно он и грязный, хочу сказать, то есть, я думаю, это добавление масла такое дало. Вот здесь вот как бы неплохо, я бы сказал бы. Вот. Здесь какой-то еще... А, здесь как спайка. Спаянный сам... Сама бумага спаянная. Ну вот. Вот вам, пожалуйста, то есть двухмикронный Delphi в своей... В своем амплуа, так сказать. В своем выполнении своей задачи. Вот. А здесь вот... Сейчас мы еще Майле этот откроем. Я его уже пробил. Сейчас будем его пилить. Так что видно, что Delphi это якость. Якость качественно. Клапан. Мы сейчас доберемся до клапана, клапан снимем, как что он себе представляет. Так что Delphi это однозначно 100% двухмикронный фильтр, который стоит на шиньонах, Mondeo, фокусах и как элемент стоит на кенгу, кенгушках. Смотрим дальше.
все-таки закроем вопрос с Delphi. Разобрал я этот, сам этот механизм. Но смотрите, тут пайка серьезная. И тут целый механизм для... Тут вот стоит такой вот... Это от обратной, который идет. Вот такая вот феня с шариком. То есть обратка отдельно регулируется клапаном. Все четко сделано, качественно. Ну, Delphi меня как бы удивил, я хочу сказать. То есть такой вот шарик. Вот. То есть здесь все капитально сделано. Это однозначно оригинал, однозначно качество, однозначно. То есть вот такой вы должны найти в своем Delphi, вот такой механизм. Если такого не будет, сейчас мы посмотрим, что в Майле будет. И тогда примем уже решение. Будем принимать выводы. Итак, наконец-то Майле скрыт. Delphi скрыт. По поводу Малье. Видно, что новый стоял. Вот. Но я хочу сказать, что он тоже имеет такой же механизм. Вот такой вот. Нагревается железячка, закрывает шариком подачу на этот, на обратку. То есть начинает солярка литься в бак. То есть мягенькая резиночка такая же. В Delphi такая же самая мягенькая резиночка. Конечно, по цвету и загрязнению, конечно, ну, Майле он свежий. Наш стоял подольше. Вот, Майле поменяли недавно. Вот, я забрал у клиента, дал им, сказал, чтобы он купил себе оригинальный Delphi. Вы знаете, то есть Майле тоже меня удивил по качеству. Но мне сдается, что это все-таки более близко, видите, более сгруппировано сам элемент у Delphi. Более. А здесь какие-то, даже какие-то, как, не знаю, какие-то как дырочки там такие есть на этом фильтрующем элементе. Видите, такие вот. Не буду утверждать, но мне сдается, что это не 2-микронный фильтр. Вот, он чистенький, хороший. Там какая-то еще блямба есть. Тоже исполнен нехило, я бы сказал бы. А, нюанс какой еще был. Когда я разбирал Delphi, то металл был в этой в Delphi был металл потолще и попрочнее, чем у Майле. Вот. Ну, я не знаю, мои как бы впечатления двоякие. Пишите комментарии по поводу Майле. Но я думаю, что все-таки 2-микронная это Delphi. Вот. Это ловит 15 микрон. Этот не ловит 2 микрона, вот этот Майле. Хотя по комплектации они все идентичные. Видите, то есть все то же самое, клапан. Все четко, шарик тут, механизм закрывания обратки тут, все четко. Но все же я думаю, что Delphi более богато собран и более прочный фильтрующий элемент, похож на вату здесь, как вата прямо такой. Вот. И... Вот эта вот блямба мне очень понравилась. Там такого внутри я не вижу. Он как бы сплошной, но, возможно, она там оторвалась. Вот. И я тут пытался ее колупать его, но не захотел. Не хочу бить, чтобы для картинки лучше было. Вот. Так что покупайте все-таки оригинальный Delphi. И думаю, что замену его делать через замену будет хорошо. То есть в раз 20 тысяч можно менять его. И проблем никаких не будет. Вот. Ну, при условии, если заливаете хорошую солярку. И рекомендую, конечно, заливать процент на налив масла двухтактного, обычного с бензопилы. Вот. А для, можно сказать, профилактики. Не рекомендую заливать присадки, потому что присадки, они обычно дают еще хуже результат, чем масло. В принципе, все. Сегодня у нас был Delphi в студии. Фильтр Delphi. Фильтр Майле. Как я думал, китайский, он оказался в принципе неплохой, но по элементу,
по фильтрующей мы видим, что все-таки Delphi берет верх. Берет верх, и как-то он богаче выглядит, чем так называемый Майле. Вот. Всем благословений. Ставьте качественно, не экономьте на дизеле. И дизель вас никогда не подведет. Всем удачи. Не на правах рекламы. Компания Delphi. Чу-чу-чу-чу-чу.